Читаем добротолюбие. Долго ли будешь терпеть нечистого врага своего, бесстыдно исполняя волю его? Он хочет ввергнуть тебя в огонь. Вот о чем его старание. Вот дар его тем, которые любят его. Он всегда воюет со всеми людьми, поражая их худыми и нечистыми пожеланиями. И он же, нечистый, покорившихся ему, доводит опять до отчаяния, ожесточает сердце, иссушает слезы, чтобы грешник не пришел в сокрушение. Всемерно отвращайся от него, человек, питая ненависть и омерзение к тому, что ему любезно. Преподобный Ефрем Сирин. Боже,